Однажды Мишке Топтышке пришло приглашение от детей из детского сада, в котором его звали в гости на праздник осени. Топтышка с радостью собрал вкусных ягод в корзинку и пошел к ребятам. На своем пути ему пришлось переходить дорогу, но он не знал, где это надо делать, и побежал прямо перед машинами. Все машины ему сигналили. Потом он увидел мяч возле дороги, хотел поиграть, но тут его увидел инспектор ГИБДД и засвистел ему. Топтышка испугался и убежал. Придя расстроенный и испуганный в детский сад, Мишка рассказал ребятам о своих приключениях. Дети рассказали Топтышке о том, что дорогу надо переходить только по пешеходному переходу, бегать и играть возле дороги нельзя, может случиться авария. После этого все встретили праздник осени и поели вкусных ягод. Мишке очень понравилось в детском саду. И он пообещал детям, что впредь будет всегда соблюдать правила безопасного поведения на дороге.